Внимание, встречная полоса. Сотрудники госавтоинспекции на морозных и заснеженных трассах провели профилактический рейд. Цель – напомнить водителям о правилах дорожной безопасности. Статистика неумолима. Несоблюдение ПДД влечет серьезные последствия для всех участников движения. За 11 месяцев текущего года сотрудники регионального управления автоинспекции задержали и привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения 7305 водителей. Водителям правил выезда на полосу встречного движения произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 76 человек получили травмы. Госавтоинспекция Ульяновской области напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КОАП РФ идет положение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Дорожные полицейские напоминают, выезд на полосу встречного движения всегда является опасным маневром, представляющим угрозу для жизни и здоровья. Поэтому принимать решение о его применении на дороге надо взвешенно.